Всем привет, дорогие зрители, с вами мистер Мачо из Алании, канал Paradise Alanya, недвижимость в Турции. Нашел очень хороший вариант, бюджетный, 2 плюс 1, по цене 49 тысяч евро, сразу сказал цену. Этому проекту 16-18 лет, между ними. Расстояние от моего места до моря 350 метров максимум, до вторичного рынка с правой стороны она от меня 50 метров. Быстренько отсниму, бассейна нету, есть только лифт. Вот такой здесь просторный балкон, отдельная кухня в этой квартире. Сразу покажу гостиную комнату. Здесь квадратный метр, в общем, 105 квадратных метров, это брутто. Жилая площадь 88, где-то 85 квадратных метров. Вот. Здесь просторная гостиная, 18 квадратных метров. Здесь у нас прихожая. Сюда устанавливается шкаф. Здесь у нас санузел просторный. Здесь спальня, окна, термопакет, двойные, не нужно менять. Где-то квадрат метров здесь 12-13. Тут спальня немножко побольше тоже, 12-13 квадратных метров между ними. Также есть выход на балкон. А здесь у нас отдельная кухня. Вот такая отдельная кухня, маленький балкон. Застекленный, наверное, проект такой. Что-то не увидел. Да, это не балкон, а просто кухню продлили так. Вот такая просторная кухня. Бюджетный вариант. Нужно обставить квартиру, купить бытовую технику. Обойдется где-то 2500-4000 евро максимум. Ну, можно и подешевле найти. Вот такой коридор, лестничная площадка тут. Покажу лифт. Вот такой лифт. Вместимость 2 человека. Спустимся вниз. Средний этаж проекта. Ай да, тут 50 лир. Вот такая площадка. Это двор этого проекта. Вот такое здание. Не старое и не новое. Вот пойдет. Думаю, что решать вам. Здесь у нас вторичный рынок. По вторникам. Все, подведу итог, дорогие зрители. В той стороне у нас море. Также улица Барбаросса 100 метров на расстоянии от этого проекта. Цена 49 тысяч евро. Обойдется вам мебель, все полностью, топу, расходы тысячи, там 700 евро, где-то 700 тысяч между ними, так как это 2 плюс 1. В общем, скажем, что квартира обойдется вам 53 тысячи евро с мебелью, обставить, все сделать. Все, если вам понравилась эта квартира, этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте, мне это очень важно. Даже если ищете вы другой вариант, элитный, роскошный, бюджетный вариант, может быть, дешевле этой можете искать также, обращайтесь, помогу, чем смогу. Я ищу квартиры в районе Махмутлан на данный момент, но могу и найти в других районах Алания. У нас есть также телеграм-канал, который называется Hot Alania. Подписывайтесь, там у нас вроде горячее предложение. Все, с вами был мистер Мачо из Алании, район Махмутлан. Всем пока-пока.